Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами будем готовить не совсем обычные блюда из тыквы. Мы сделаем тыквенный суп. На самом деле для нашей семьи это блюдо уже такое довольно привычное, потому что мы его готовим каждый год в сезон тыквы обязательно. Суп очень нежный, шелковистый, обволакивающий, согревающий. И особенно в хмурую дождливую погоду он прям заходит просто на ура. Что мы с вами делаем? Мы берем тыкву, хорошенько ее моем и очищаем от кожуры. Я использую разные сорта тыквы. В этот раз взяла тыкву Butternut. Она очень такая насыщенная по вкусу и сладкая. Затем тыкву нам нужно нарезать на небольшие кусочки. Чем меньше будут кусочки, тем быстрее тыква приготовится. И сразу скажу, что для тыквенного супа готовить тыкву вы можете своим любимым способом. Ее можно просто, например, сварить. Можно приготовить тыкву в пароварке. Можно очень быстро приготовить в микроволновой печи. Рецепт, кстати, есть у меня на канале. Если нужно, напомню в комментариях. Можно тыкву также потушить. Это тоже довольно распространенный способ. Я им тоже, если честно, иногда пользуюсь. Но я сегодня буду запекать тыкву в духовке. Потому что именно запекание позволяет тыкве сохранить вот этот свой насыщенный, яркий вкус. Я всегда стараюсь, если есть возможность, овощи для салатов и для супов только запекать в духовке. Тыкву складываем в форму для запекания, поливаем обычным подсолнечным маслом и немножечко посыпаем ароматными травами. У меня это тимьян. Если хотите, можно сразу же посолить. Я обычно солю уже готовый суп, потому что я не люблю, когда соль перебивает вкус продуктов. Дальше мы все это хорошенько перемешиваем ложкой. Нам нужно, чтобы травы и масло распределились по кусочкам тыквы равномерно. Здесь, смотрите, вы можете использовать ваши любимые специи или ваши любимые травы. Или вообще ничего не использовать, просто запечь обычную сырую тыкву без каких-либо добавок. Теперь мы берем фольгу, накрываем ей форму, если у вас форма с крышкой, можно обойтись без этого шага, и запекаем тыкву в духовке примерно час или минут 40 при 180 градусах. Ну, примерно 180-200, вот такой вот диапазон температуры должен быть. Точное время зависит от вашей духовки, от сорта тыквы, от размера кусочков и так далее. Дальше мы берем с вами погружной блендер. У меня вот такой вот блендер Браун. Кстати, его сейчас можно купить со скидкой, промокод оставлю в описании к этому видео. И пробиваем тыкву до состояния пюре. Здесь вы можете тоже регулировать консистенцию. Вы можете сделать прям идеально гладкое пюре, такое однородное. Или можете оставить небольшие непробитые кусочки тыквы, если вам хочется чувствовать текстуру. Это все зависит от ваших предпочтений. Пробили, у нас получилась вот такая вот красота. Теперь добавляем жирные сливки. Сливки лучше всего взять 20%, но если вы такие не любите, можете, конечно, брать и 10%. Ничего страшного нет. Здесь тоже все зависит от вашего вкуса. Сливки я добавляю холодные, они у меня пастеризованные и иногда даже ультрапастеризованные. И сразу же пробиваю снова блендером. Нам нужно, чтобы тыквенное пюре хорошенько смешалось со сливками. Кстати, если мы оставим суп без сливок, у нас будет называться суп-пюре. Если мы добавили сливки, этот суп уже называется крем-суп. Вот такая вот разница. Дальше мы ставим суп на плиту. Нам нужно довести его до кипения. Так как у меня кастрюля стеклянная, я использую вот такой вот рассекатель пламени. Если у вас обычная кастрюля, конечно же, просто ставьте и готовьте как обычно. Я просто сразу объясняю, потому что будут вопросы в комментариях. Чтобы суп равномерно прогрелся и не брызгал, я его периодически перемешиваю. Мой тыквенный суп будет с креветками, поэтому на соседней конфорке я разогреваю сковородку с маслом и обжариваю на ней креветки. Креветки у меня не варено-мороженые, а сырые, поэтому я их жарю примерно 5 минут. По 2,5-3 минутки с каждой стороны. Я больше всего люблю именно такие креветки, потому что они получаются не пересушенными, очень сочными и очень вкусными. Ну что, у нас с вами все готово. Мы наливаем наш тыквенный крем-суп в тарелку, украшаем тыквенными семечками, можно добавить немножечко сухариков, сверху выкладываем креветки и подаем. Такие супы сейчас стали популярными в ресторанах, но вы видели сами, как легко и просто его можно приготовить дома, без каких-либо усилий. Главное, чтобы у вас был блендер. Поэтому обязательно попробуйте, тем более, если вы такой суп еще никогда не готовили, удивите своих родных и себя тоже. Приятного аппетита!